Добрый день, коллеги. Сегодня будем сажать цветную капусту. Два фиолетовых гибриды и одна обычная белая. Сегодня на тест у нас попадают семена капусты фиолетовой от первых семян, капуста цветная осенняя гиганта элита, капуста цветная лиловый шар аэлита. Кратко по содержанию, что там у нас внутри. Капуста фиолетовая, первые семена, 1 грамм. Цветная гигант 0,3 и цветная лиловый шар 0,15. Сейчас скрою, перепакую в зиплоп-пакеты, покажу, сколько там семян и какого они качества. И перепаковал семена, сейчас кратко покажу. Вот они семена от фирмы «Первые семена». В принципе, неплохие, достаточно крупные, но очень много мусорных мелких семян с повреждениями, пересохших, они, скорее всего, не взойдут. А элита осенний гигант, белая. Ну, семена ровненькие, прошли калибровку, мусора нет. И лиловый шар. Отличаются они по цвету. Есть несколько семян мелких, скорее всего, они не взойдут. Но в целом и там семена неплохие. Сейчас посею. Сеять буду по 20 семян. Итого 60 семян в один лоток. Так я подумал, что с учетом там что-то не взойдет. 15-20 корней от каждого сорта мне будет, в принципе, достаточно, чтобы попробовать, чтобы сделать потом обзор и поделиться с вами. Начинаем посадку. Посадку завершил. Сейчас покажу, может быть, кому-то пригодится, может, кто-нибудь подкинет другую идею. Делаю 4 рядка и по последнему рядку делаю такую подпись, стикер, самоклейку. То есть, вот начиная от этого рядка влево, 4 ряда, это вот будет у меня капуста фиолетовая и так далее. Может, кому-то пригодится, может, кто-нибудь подкинет какую-то другую хорошую рабочую идею для маркировки семян и будущей рассады, когда в один лоток сажаются несколько сортов. Спасибо. 4 дня прошло после посадки цветной капусты. Фиолетовые семена первые, осенний гигант аэлита и лиловый шар аэлита. Так, первые семена всходов очень мало. Мы будем надеяться, что они пробьются. Так, осенний гигант вообще всходов нет. И лиловый шар аэлита. Всходы. Ну, вроде почти все семена там. А да нет, все семена проклюнулись. Вот видно, там просто свет неудобно падает. 5 апреля в Воронеже, вторые сутки идет снег, сразу тает, очень сыро, холодно, противный ветер. Но несмотря на ужасную погоду, мы не будем отвлекаться от основной тематики ролика. 13-й день с момента посадки цветной капусты. Фиолетовые первые семена слева, 4 рядка. Элита начала всходить, не так активно, как ее конкуренты, но тем не менее. И элита лиловый шар. Вот такие вот уже росточки. Да, из-за нехватки света рассада у меня вытягивается, но, к сожалению, другой ориентации у меня быть не может. Поэтому буду как-то пытаться, наверное, сделать подсветку, досветку для всей капусты. Тут такие вот уже всходы.